Хорошо, давайте теперь перейдем к так называемой системе бизнес-автомат. Вот. Мы с вами... партнерская программа – это инструмент. Так вот, система бизнес-автомат, которая будет запущена буквально в ближайшие два дня, через двое суток, да, она собой представляет следующую систему. Систему, которая будет, скажем так, использовать все возможности широкой рекламы в интернете, да, и эта широкая реклама будет позволять человеку, принявшему участие в системе бизнес-автомат, ну вот с августа месяца где-то посередину декабря, как нам гарантирует разработчик этой системы бизнес-автомата, да, тот, кто будет всем этим делом управлять, тот, кто будет с этим работать, минимум 100 рефералов каждому, кто примет участие в работе системы бизнес-автомата. Сразу хочу сказать, это как бы не что-то встраиваемое там в личный кабинет нашего партнера, это система, которую разработал одно из направлений, да, сотрудников нашей компании, которые занимаются, скажем так, интернет-бизнесом, которые занимаются, скажем так, написанием программ и так далее. Но сразу хочу сказать, то есть как это будет происходить. То есть для того, чтобы запустить эту систему бизнес-автомат, нужно собрать необходимое количество денег. Реклама в интернете стоит дорого. Качественная реклама в интернете стоит тоже дорого. То есть такие сервисы, как Google, такие сервисы, как Яндекс, да, то есть вы знаете, есть Google AdWords, Яндекс.Директ, это контекстная реклама. То есть эти системы, эти поисковики знают, что существует какое-то количество форумов, да, из большого количества людей, либо групп, которые размещены, например, в различных социальных сетях, которые интересуются миром инвестиций. Эти группы, да, либо эти форумы могут в себя включать 10 тысяч человек, 100 тысяч человек, да, там, миллион человек и так далее, и так далее. По сути дела, это целевая аудитория для нашего проекта. Правда ведь? Кто считает, что вот это люди, которые находящиеся в этих группах, целевая аудитория, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. Так вот, эта система бизнес-автомат начнет работать непосредственно вот с такими категориями людей. Да? И в автоматическом режиме для тех, кто примет участие в системе бизнес-автомат, будут раздаваться рефералы. Вот можно таким образом сказать, что как бы так вот будет стакан, в который будут наполняться, да, эти люди. И вот по мере того, как быстро человек принял решение участвовать, скажем так, в системе бизнес-автомата и приобрел для себя один из пакетов рекламных, да, то есть он будет одним из первых. Соответственно, скажем, первый реферал пришел, первому, кто зарегистрировался, он упал. Второй, второму, третий, третьему. Круг пробежал, и так вот система будет раздавать этих рефералов. Вот. Как это выглядит? Да, к сожалению, как я вам сказал, рисунка мне прислать не успели. Вот. И всю эту систему работы бизнес-автомата можно разбить на несколько этапов. Как это будет выглядеть? То есть уже сегодня выложена информация в наших социальных сетях, информация выложена в чатах, да, то, что запускается эта система бизнес-автомат. Сегодня можно перейти по ссылке, которая уже разослана информацией. Сейчас я, в принципе, эту ссылочку вам скопирую. И я эту ссылочку сейчас в чат наш размещу. То есть, сегодня каждому предоставлена возможность перейти по ссылке, это первый, скажем так, этап работы системы бизнес-автомат, и получить свой уникальный ключ. Вот. Я вам сейчас расскажу, для чего нужен этот ключ и как его можно в дальнейшем использовать. То есть, вот эта ссылочка, я сейчас даю ее в чат нашего вебинара. Когда люди переходят по этой ссылке, они получают свой уникальный ключ. Этот ключ в дальнейшем позволит вам, да, после того, как вот как раз-таки 13 числа, я хочу сказать, вот ориентировочно уже почти на 100%, 13 числа эта система запускается. Когда вы получаете ключ, вы вводите адрес своей электронной почты. Сразу хочу сказать, господа, для тех, кто зарегистрирован в проекте компании Skyway Capital, потому что я могу себе представить, что в нашей комнате могут быть люди, не являющиеся еще партнерами компании Skyway Capital, либо инвесторами, либо просто зарегистрированными клиентами, да? То есть, если вы таковыми являетесь, если вы имеете прямое отношение к нашему проекту, то вам нужно указать адрес электронной почты, который вы указали при регистрации в проекте компании Skyway Capital, либо при подтверждении, да, этого участия в нашем проекте. Вы указываете адрес, нажимаете кнопку, прогружается страничка сайта, и у вас открывается ваш уникальный ключ. И там будет сообщение, что на ваш электронный адрес в момент запуска системы придет письмо, в котором будет дана ссылка, по которой вам нужно будет перейти и ввести свой ключ. То есть фактически зарегистрироваться в системе бизнес-автомат, уже на другой странице интернета, и выбрать себе то количество пакетов, которые вы считаете вам нужно. Да? Помните, я вам сказал, что как бы гарантированно разработчик предоставляет возможность получить 100 рефералов, предполагает, что их будет гораздо больше. Минимум 100.
И вот стоимость одного рекламного пакета, который вы можете приобрести после того, как введете свой ключ, да, на втором этапе, как мы это говорим, стоимость одного пакета – это $100 Соединенных Штатов Америки. То есть фактически, если разделить, скажем так, по количеству рефералов, получается на каждого реферала $1. И это будет, кстати, отслеживаться автоматически, у вас будет информация, статистика, как бы вот на этой страничке личного кабинета по системе «Бизнес-автомат». Как только у вас реферал будет падать в дальнейшем, да, у вас будет информация, что там вместо цифры 100 будет 99 и так далее. Важно следующее, на что нужно обратить внимание. Сама раздача рефералов по системе «Бизнес-автомат» начнется тогда, когда будет собрана необходимая сумма денег. Итак, я говорю, что $100 стоит один рекламный пакет. Вы можете по своему бизнесу, вот этому коду, да, по своему ключу приобрести то количество пакетов, которые считаете нужным. Кто-то скажет: ура, я хочу там себе 3 места, я хочу не 100 рефералов, а 300. Да? Он может заплатить $300, у него будет 3 рекламных пакета. Кто-то может 10 купить, это ваше право. Вот, кто-то может купить один. Вот, то есть вы выбираете ключ, вы, точнее, вводите ключ, вы регистрируете, выбираете то количество пакетов, которые вам нужно. Как только вы выбрали количество пакетов и оплатили при помощи тех платежных систем, да, которые есть возможность проплатить эту систему «Бизнес-автомат», да, у вас появляется еще одна интересная возможность, потому что в самой структуре «Бизнес-автомата» тоже есть реферальная программа. Подробно как бы о ней я рассказывать сейчас не буду, вы получите информацию позже, но вот этот ваш ключ, после того, как вы купите пакеты, он уже будет являться реферальной ссылкой фактически. Вы можете также давать людям свои структуры, которым дадите информацию, людям, которые пока даже не зарегистрированы на сайте Skyway Capital, но они могут принять участие в системе «Бизнес-автомат», получив от вас ключ, ввести адрес своей электронной почты, которая у них есть, а потом зарегистрироваться по вашей реферальной ссылке уже в нашу систему, да, и им точно так же будут раздаваться рефералы. То есть у вас есть еще возможность здесь либо, скажем так, заработать не очень большую сумму денег, то есть вернуть часть своих вложений, либо заработать очень серьезные бонусы. Так вот, эта система будет работать по накоплению, по аккумулированию денежных средств, необходимых для осуществления вот этой большой и мощной рекламной программы в интернете, которая будет позволять приглашать рефералов в основную партнерскую программу, о которой шла речь на нашем вебинаре. То есть, чтобы вам потом, если люди, ваши рефералы, например, что у вас образовалось, кто-то из них купил пакет, не факт, что все купят пакеты, но тем не менее, кто-то из них купит, и вы будете получать тот процент, который соответствует вам по партнерской программе компании Skyway Capital. То есть пятый этап развития системы «Бизнес-автомат» – это деньги собраны, аккумулированы, закрывается возможность приобретения рекламных пакетов, выплачиваются в течение там, 5-10 минут партнерские вознаграждения, которые привязаны только к системе «Бизнес-автомат», и с этого момента начинается запуск работы в интернете активной рекламной программы и начинается, скажем так, появление рефералов у вас в первом поколении в привязке к программе партнерской компании Skyway Capital. В личном кабинете вы сможете это отслеживать. Да? После регистрации нового партнера в первом поколении вы это увидите в капитале. Плюс у вас будет раздел дополнительной статистики на той странице, которая имеет отношение к бизнес-капиталу. Есть маркетинговый план, да, так называемый, но я думаю, нет сегодня смысла именно его разжевывать. Главное, чтобы вы поняли суть. И хотел бы сейчас задать вам следующий вопрос. Вот я сейчас рассказывал, да, давайте вопросы по бизнес-автомату. Вот. Я смотрю, что они пошли. Так, ссылочку я вам дал. Сколько стоит рекламный пакет? Светлана, я озвучил. $100 стоит один рекламный пакет. То есть один рекламный пакет может вам принести от 100 и более рефералов. То есть нам разработчики гарантируют, что в течение 3 месяцев, там вот этих вот, конец августа, там до середины декабря даже, да, у вас будет 100 рефералов. Они на себя взяли эту ответственность. Да? Мы, по сути дела, сейчас, благодаря тем партнерам, которые примут решение на автомате, по сути дела, данная система будет работать 24 часа в сутки, даже когда вы спите, в интернете будет осуществляться реклама, и программа автоматом будет раздавать рефералы. Вот. Вот таким вот образом. Пакеты будут все одинаковые. Вот здесь вопрос идет, разные ли будут пакеты, либо одинаковые. Пакет одинаковый. В один рекламный пакет, как бы, вот стоимость услуги $100, и гарантированно 100 рефералов. Будет больше рефералов, если программа себя оправдает. Соответственно, вам будет в первое поколение начислено большее количество рефералов по отношению к партнерской программе компании Skyway Capital. Какая сумма необходима? Сумма необходима, вот, пока предусматривается 2000 мест, да,
Соответственно, если мы это умножим на 100 долларов, это получается порядка 200 тысяч долларов нужно собрать. Небольшая часть из них пойдет на вознаграждение по партнерской программе «Бизнес-автомат», а остальная идет на оплату вот этой обширной рекламной кампании в интернете. Вот. Потому что если вы лично начнете, скажем так, аккумулировать денежные средства для того, чтобы осуществить там очень широкомасштабную, да, рекламу нашего проекта и получение вами рефералов, вы потратите гораздо больше. Не в плане 200 тысяч, вы можете заплатить там 30-50 тысяч, есть ли они у вас. Здесь вам предлагают заплатить 100 долларов, и за вас будет работать эта система. Если не соберут сумму, вы знаете, мы будем собирать сумму, то есть пока мы отводим там порядка 2 недель, если мы ее соберем быстрее, соответственно, данная система быстрее заработает, быстрее будут розданы реферальные денежные средства, которые заработают те, кто наиболее активно будет привлекать людей в систему «Бизнес-автомат». Эта возможность дается каждому человеку. Надо ли это всем делать активно? Я думаю, нет. То есть вы можете это делать на уровне комфортности, который доступен вам. Понимаете, да? Так, 100 долларов пакет чего? 100 долларов это информационный пакет. То есть, грубо говоря, вот это как вы приходите в бассейн, покупаете абонемент, и вам говорят, друзья, на абонемент в бассейне вы можете плавать в бассейне, вы можете мыться в душе, вы можете посещать там 3 раза в неделю парилку, которая есть в бане. Вот так и здесь, да, 100 долларов это пакет, который вам позволит получить в первом поколении 100 рефералов в партнерскую программу компании Skyway Capital. Вот как бы набор услуг, который нам гарантирует разработчик данной системы. Со скольки долларов будет вывод денег? Скажите, про какой, Светлана, вы задали вопрос, со скольки долларов вывод денег какой будет? В какой системе? В бизнес-автомате или в основной программе? То есть пока вы уточняете, следующий вопрос. Какую сумму нужно собрать? Я озвучил 200 тысяч долларов. Где ссылка? Ссылку я в чат сбросил, кто-то повторил, Светлана повторила, спасибо вам большое. Нет, Любовь, рефералы просто зарегистрированы. Поймите правильно, опять же, создать систему, которая вам будет раздавать только тех рефералов, которые как бы купили, а как вы поймете, что они купили, да, если они еще вам не розданы? Соответственно, рефералы, которые зарегистрируются. Кстати, возвращаемся опять к тому, что необходимо делать в нашем проекте тем людям, которые серьезно к нему относятся и заботятся о том, чтобы люди, привлеченные в этот проект, имели всю необходимую информацию и тоже зарабатывали деньги. Вы в личном кабинете капитала, когда будет запущена уже рекламная программа, и вам начнут сыпаться, да, как мы говорим, рефералы, ваша задача с ними работать. Откровенно отрабатывать свой хлеб, да, то есть вам рефералов дали. И там, в принципе, с помощью отдела информационной поддержки, потому что они также будут фиксироваться в системе, менеджеры будут помогать развивать этот бизнес, да? Вы также будете давать информацию. То есть и ваш труд тоже в дальнейшем, да, будет здесь оплачиваться с точки зрения партнерской программы Skyway Capital, то есть насколько вы будете, скажем так, относиться, ну, не то чтобы с любовью, но с уважением к тем, кто даже автоматом вам попал из интернета, да, тем людям, которых вы даже не знали, может быть, вчера, но которым вы готовы помогать. Вывод денег реферальных по бизнесу. 30 долларов нужно иметь на бонусном счете, чтобы выводить вознаграждение в компании Skyway Capital. Алекс, ну деньги как бы никто возвращать, конечно, не будет планировать. То есть, в принципе, будет установлен срок. Вот мы сейчас, как я вам сказал, сориентированы на 2 недели. Мы можем собрать быстрее эти 200 тысяч долларов. Да, 100 долларов человек. У нас есть люди, которые готовы купить несколько мест. Уже известны такие люди. Поэтому, если вам важно зарабатывать деньги по партнерской программе Skyway Capital, они могут быть серьезными, да, вот минимум 15%, если вы будете на уровне агента, когда к вам будут сыпаться рефералы, и когда кто-то из них будет что-то покупать, то смотрите, стоит ли вам вкладывать эти 100 долларов сегодня. Вот. То есть, если мы соберем, например, 198, 190 там, за примерно разумный срок, там, не более месяца, соответственно, те суммы пойдут, меньше по реферальной программе будет роздано, рекламная программа все равно будет запущена, и те люди, которые приняли решение, вот, они будут получать эти рефералы. Рефералов. Те, кто не примет это решение, будут смотреть со стороны, рефералов получать не будут. Вот в этом системе бизнес-автомата. Они сами будут трудиться и будут, скажем так, получать их при помощи каких-то других инструментов. Кстати, у нас есть замечательные инструменты в разделе «Инструменты партнера». У нас появились там баннеры, которые вы можете размещать на своих интернет-ресурсах, если вы дока в интернет-маркетинге, да? На сайте, на блоге, в социальных сетях, которые позволяют размещать HTML-коды с картинками. При переходе, скажем, с картинок на ваши сайты, вы сами будете выбирать тот код, который вам нужен, люди могут регистрироваться, вы будете получать реферальное вознаграждение. Вы можете работать в этом режиме. Там есть у нас лендинги, да, и так далее, и так далее. Есть у нас вебинары, на которые вы можете приглашать людей, им будет даваться информация, они просто будут регистрироваться,
получив все ответы на вопросы. У нас есть живые презентации, которые вы можете также использовать. Спасибо, Светлана, за то, что вы написали, что у нас реально мощная компания. Вот. По сути дела, сейчас сразу хочу сказать, ориентировочно у нас 2000 мест в программе «Бизнес-автомат». Есть люди, которые купят несколько мест. Они уже есть реально. Да? И заявки есть, которые уже ждут со своим ключом, когда им скорее войти. Кстати, кто первый войдет, кто первый оплатит, тому будет своя выгода, да, от того, что он, скажем так, еще активно будет развивать реферальную программу в «Бизнес-автомате». Потому что чем больше людей он зарегистрирует в первом поколении в «Бизнес-автомате», тем больше он получит процент, там есть своя выдача процентов. И там будет 5 человек, между которыми будет еще поделен отдельный призовой фонд. Там речь идет об очень приличных деньгах. Вот. 5 мест будут очень здорово оплачены. Сумму сейчас пока не буду вам называть, чтобы не заморачивать голову, но она очень приличная. Какие проценты будут платить с покупок этих рефералов? Ольга, с покупок рефералов где? С покупок рефералов, которые вам система «Бизнес-автомат» передаст в компании Skyway Capital, вы будете получать в соответствии с программой партнерства компании Skyway Capital. Вознаграждение, которое будет в «Бизнес-автомате», будет роздано за 5 минут. Деньги собрали, система посчитала все, что положено в соответствии с программой «Бизнес-автомат», деньги раздала, и тут же запускается работа по привлечению рефералов из интернета и раздаче этих рефералов всем тем людям, которые приняли участие. Соответственно, тот, кто первый оплатил, ему первый реферал попадется. Тот, кто оплатил, например, 1500-м, ему попадет 1500-й реферал. И так дальше, по, скажем так, по кругу будут распределяться вновь прибывшие рефералы. Юрий, по партнерской программе «Бизнес-автомата» вы будете получать даже с первого человека, который придет и купит за вами пакет. Виктор, хороший вопрос. Я предполагаю, что это Виктор Веселов, да, который у нас находится, возможно. Вот. Зачем вам точное количество партнеров, которые есть сейчас в капитале? Да? Купят те, кому это надо, из капитала, который зарегистрирован. Купить могут, приобрести себе вот этот ключ, люди, которые даже сегодня еще не зарегистрированы в капитале. Вы можете использовать данный случай и дать информацию тем, кто до сих пор чешет затылок и думает, надо ли им это делать или нет. А тут им, по сути дела, предоставляется возможность вложить $100, даже еще не купив акции, да, и получить какое-то количество рефералов, которые им принесут доход. Поэтому даже те, кто в капитале сегодня, их нет. Вот я, например, дам информацию нескольким людям, которых нет еще в капитале, которые думают, да, что им сделать. Но они понимают, что такое сетевой бизнес, они понимают, что технология это перспективно, но вот как бы по каким-то причинам они до сих пор, скажем так, чешут ногой за ухом, да, лижут себе пальцы, либо что-то еще, и пока не приняли решение. Я эту информацию дам. А их право отреагировать, купить этот пакет рекламный, не купить этот пакет рекламный. Они сами взрослые люди. Сейчас уже сколько? Татьяна, я не знаю, сколько сейчас, пока люди только получают свои ключи. Вот, с целью активации этих ключей 13 числа. Информация о времени начала действия сервиса каждому придет на электронный адрес, который вы укажете при получении ключа. Рекомендую всем, кто в компании Skyway Capital зарегистрирован, внимательно сейчас меня услышать, указывайте адрес своей электронной почты, которая у вас в личном кабинете капитала. Да, Светлана, если в дальнейшем данная как бы рекламная кампания, она будет отработана, и будет возможность в дальнейшем поучаствовать в следующем «Бизнес-автомате», да, но там будет стоимость отдельного реферала больше, и высока вероятность, что стоимость участия в «Бизнес-автомате» следующем будет больше, чем сейчас. Да, правильно Светлана написала, чем активнее мы с вами сработаем, тем больше рефералов. Да, конечно, Людмила, если вы купили объем, точнее, если вы купили какое-то количество рекламных материалов, рекламных пакетов, будь то один, либо три, ваш вот этот ключ, он становится реферальной ссылкой. Вы просто можете человеку сказать, слушай, уникальная возможность тебе сейчас принять участие в нашем проекте, да, получить при помощи «Бизнес-автомата» не менее 100 рефералов в своем первом поколении, вот тебе ключ, нажми по нему, этот ключ становится вашей реферальной ссылкой. Если человек по этому ключу переходит на страницу, он получает свой. Если он покупает пакет, вам за него реферальные начисления пойдут в системе «Бизнес-автомат». Вот таким вот образом. Да, спасибо за подсказку, Людмила. Есть ошибка в сегодняшнем маркетинг-плане. Минимальная сумма $15. Абсолютно верно. Это и моя ошибка в том числе.
Хотел бы задать вам теперь вопрос. У нас сейчас какое-то количество людей в нашей комнате. Пожалуйста, то количество людей, которые присутствуют в ней впервые, поставьте сейчас цифру 1. Вот, это важно для меня. То есть, если есть какая-то маленькая толика уважения к тому, кто вам давал информацию, я буду вам очень благодарен за то, что вы поставите эту цифру. Спасибо тем, кто это делает. Светлана, вы не первый раз в комнате. Хорошо, друзья. Если больше вопросов нет, то я вам всем, ну, как бы рекомендую все-таки принять участие. Я никого не заставляю. Это один из инструментов работы, да, который позволяет привлечь большее количество партнеров в наш проект, вот, который позволяет привлечь в итоге большее количество инвестиций в технологию, разработанную Юницким, который позволяет, помимо того, что привлечь большее количество потенциальных партнеров, но заработать денег еще и вам, то есть здесь, ну, большое количество выгод еще и для тех людей, которые привлекутся, станут совладельцами технологии, будут иметь такую же возможность, как и вы, да, дать еще раз, дать успеть свой ключ по системе бизнес-автомат и в дальнейшем получать доход по партнерской программе. То есть получается, ну, такая большая-большая выгода для тех, кто в этом может принять участие. Когда надо платить $100? Любовь, если вы получите свой бизнес-ключ, ключ точнее, да, о котором я говорил на первом этапе, вам придет письмо, как только запустится система, сразу будет сделана рассылка, и сразу же по ссылке вы можете переходить, заходить, выбирать пакеты, оплачивать благодаря тем платежным системам, которые там есть. Сейчас сказать то, что не могу, завтра на вебинаре по представительствам, возможно, у меня будет информация по количеству платежных систем и наименованию, да, платежных систем, благодаря которым можно будет оплачивать этот бизнес-автомат. Конечно, должен оплатить, Людмила. Если вы отдали свою реферальную ссылку, если он не оплатит этот ключ, да, который он получит, ну и толку от него, вы денег не получите, и он не примет участие в этой системе в итоге. Потому что рекламный пакет ему он не приобрел, ему не будут рефералы сыпаться. Виктор, спасибо за ваш позитивный настрой. Еще раз, да, то есть пусть, если вы считаете, что люди, которые придут по этому бизнес-автомату, все будут сидеть, ничего не делать, ну, это ваш выбор. Я считаю по-другому. И каждый из вас в итоге в последующем, если 100 рефералов получит, будет иметь возможность проявить свои личные качества, проявить свой опыт, который вы накопили, да, при взаимодействии с нашей компанией, и помочь этим людям разобраться в информации и купить пакеты. Вот здесь вы и проявите, да, то, чего вы стоите, то, чего вы на сегодняшний день освоили и так далее, и так далее. Мы вам поможем. Вот. Но главное, чтобы вы тоже были готовы действовать. Алекс, если даже 17 человек из 100 купят у вас пакеты, да, и пусть эти пакеты будут в среднем там по $100, грубо говоря, $170 вы заработаете. $100 потратили, $170 с первого поколения. Есть вероятность, что из этих 17 человек кто-то начнет еще строить структуру. Значит, у вас глубинные пойдут выплаты. Поэтому все это должно двигаться. Вот это я вам сейчас точно не могу сказать, да, то есть будет ли у вас полная там связь по электронной почте, там телефон, по взаимодействию с бизнес-автоматом. Но, как правило, если вы будете давать свою реферальную ссылку, он же, скажем так, ключ, вы же будете давать их тем людям на первом этапе тех, кого вы знаете, правильно? Ребят, всего 2000 мест. У вас есть какие-то люди в структурах, которым вы тоже хотите, скажем так, добра и чтобы они зарабатывали деньги. Неужели вы им не дадите этого ключа, если сами оплатите? Ребята, структура и количество людей зарегистрированных – это не одно и то же, да? 1500 – это клиенты. Структура – это та часть, вот Рэнди Гей же почитаете, он говорит, структура – это активная часть тех людей, которые есть в вашей сети. То есть 1500 – это сеть, а структура – это то, что активно двигается. А команда – это то количество лидеров, которые есть в вашей бизнес-структуре. Вот бизнес-структура – это активные люди, которые покупают что-то для себя, либо строят структуру. А 1500 – это просто сеть из людей, которые когда-то нажали кнопку и зарегистрировались, даже, может быть, не зная для чего. Вот. Поэтому это не структура 1500. Так, с участниками своей структуры. Вы знаете, там будет личный сервис статистики, да, на той странице, где вы приобретете какое-то количество пакетов. И вот я завтра говорю, уточню информацию, возможно, будет возможность общаться с теми людьми, которые под вас, да, выстроились в бизнес-автомате.
Но ваша активность, сразу хочу сказать, вот бизнес-автомат, он построен еще по такому принципу, что те, кто наиболее активно будут привлекать людей, у кого будет, скажем так, зарегистрировано в первом поколении наибольшее количество партнеров, которые купят бизнес-автомат, они будут вознаграждены отдельно. У нас будет 5 первых мест, между которыми будет распределен определенный пул. А это, я вам скажу, это $1000. Да? Поэтому, если у вас есть, как бы так, вы неравнодушны, вы хотите заработать денег и помочь большему количеству людей, подписывайте рефералов после того, как проплатите свой пакет в бизнес-автомате. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, я на этом буду заканчивать. Спасибо вам большое за внимание, за ваше большое количество вопросов, то, что вы задали. Вот. Переварите информацию, примите для себя решение, надо это вам или нет. Да? Никого заставить нельзя. Эта система независимая. Она, скажем так, не входит в какую-то систему обязаловок, да, которая где-то существует и так далее. Вот. Но мы можем с вами сотрудничать и успешно развиваться благодаря еще вот этому сервису, который нам предлагают, благодаря этой системе. И спасибо разработчикам, что они такое сделали. Всем здоровья, любви и денег. До встречи на вебинаре завтра по представительствам, как можно их открыть, какие условия, какие деньги еще можно заработать. Да, этот вебинар будет завтра в 17 часов. В четверг у нас будет вебинар непосредственно с сервисом, который расположен в личном кабинете у представителей. Ответы на вопросы, которые у них возникли. Может, кто-то уже пробовал работать с клубными картами и так далее. И в пятницу у нас будет просто презентация, в которой тоже уже будет включена информация по бизнес-автомату для людей, проживающих в зоне Дальнего Востока, Восточной Сибири. Но те, кому, у кого будет возможность посетить презентацию, она будет в 13:00 по московскому времени. Итак, друзья, до новых встреч. Спасибо вам за внимание.